Срочные новости. МИД Таджикистана выпустил рекомендации по посещению России. Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. В публикации отмечается, что гражданам Таджикистана рекомендуется временно воздержаться от поездок на территории РФ на всех видах транспорта без острой необходимости. До этого эксперт по работе с мигрантами Вадим Каженов заявил, что граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы со въездом в Россию. Также он не подтвердил информацию об отъезде граждан Таджикистана из России. По его словам, количество мигрантов в стране сохраняется примерно на одном уровне. На рынке труда не наблюдается резкого оттока людей. Напомним, СМИ сообщали о большом скоплении машин с номерами Таджикистана на границе Казахстана и России. Утверждается, что некоторые из них стояли в очереди около суток, но так и не получили разрешение на въезд в Российскую Федерацию. Итак, как вы считаете, почему МИД Таджикистана официально не рекомендует посещать Россию? Напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и, конечно же, подписывайтесь на канал. Мы будем следить за новостями.